Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Игорь Левалдай, и мы продолжаем проходить Кейна Линч 2, Dog, мать его, Days. Да, всем привет, дорогие друзья. И мы большие угрюмые парни, которые сейчас будут жестко надирать попу. Ну или всяким. Огребать люлей, в общем, одно из двух, да. Я помню это место, и мне оно не нравилось, потому что здесь тут негде. Да, мы, к сожалению, можно сказать, что это не секрет, наверное, да, то, что начали с самого начала эту главу, потому что сохраняется игра, оказывается, по главам. Вот. И мы немножко не дошли до того места, где дошли в прошлый раз, так что... Ну, это ничего страшного, в принципе. Ну вот, наверное, здесь мы и были. Да, где-то, по-моему, здесь мы и закончили. Да, это я помню этот момент. Помнишь его? Нет. Лич, давай поговорим. Уже наговорились. Наговорились, да, давай. Такой скользкий тип вообще. Да, он же нас предал вообще по полной программе причем. Так что, в принципе, по делам ему. Мы, конечно, не Сахарок, но как бы... Слишком поздно. Правильно. Стой, давай его выслушаем. У меня есть самолет. Какого черта? Угу, выслушали. Чуть-чуть не дослушали. А у него был самолет. Кто это был-то, интересно, вот этот вот самый такой животрепещущий вопрос? Честно говоря, по сюжету уже все подзабыл, так что... Ну, мы убили девушку, точнее, дочь какого-то большого главаря мафиозного. И теперь нам все очень плохо. Такое ощущение, что он... Для этого. Тут снизу двое. Я беру правого. Ладно, беру обоих. Что за вояка вообще? Нормальное оружие, по-моему, у него. О, кстати, да, это хорошая пушка, я помню ее. Попробую так взять. Я возьму тоже. Нормальная тема. Вот, блин. А вот здесь была запара, это я помню. Да и ладно. Угу. Появилась куча вояк, которые хотят нас убить. Так, давай тогда так сделаем. Я правых беру, ты левых, потому что мы с тобой стоим. Давай. А он, если левый перебежал направо, считается? Угу, считается. Так, и смотри, могут справа еще атаковать нас по-жесткому. О, кстати, это другая пушка еще. А, это дробовик, нифига. Так, хорошо, тогда мы сделаем так. Вот так вот. Вот пушка нормальная. У них офигенные дробовики еще армейские. Да, я знаю. Я вот только что его подобрал. Я тоже, да. Он скорострельный, насколько я помню. Да, по-моему, да. Так, погоди, там снизу кто-то бегает. Ну вниз и давай держаться рядом. Воу. Это я был, не переживай. По мне стреляет. Давай рядом держаться, да. Согласен. Отличная идея. Офигеть там народ вообще. Сейчас, смотри. А, нифига, смотри, говорит. Офигенно посмотрел. Все больше. Че? Тебя тоже зацепило? Угу, чуть-чуть совсем. Подожди, взять, бросить. Блин, что, тут рядом парень, да? А, это ты. Да, это я, не переживай. Не то чтобы я в тебя стрелял, я просто подумал. У нас, по-моему, friendly fire отключен. Блин, так могут и положить ведь. Я реально забыл, какая-то хардкорная игра, сколько мы с тобой не играли в нее. Она очень трудная, на самом деле, друзья. Ну, да. Если вам кажется, что она простая, то вы ошибаетесь. А, отлично, меня положили, причем с баллоном. Подними меня, пожалуйста. Нет, я там не баллон. Могу встать. Либо меня подними, либо я сейчас умру. Отлично, спасибо. Там баллон просто, я испугался, что тебя... Да, я хотел его кинуть, я его взял, как бы думал, кинуть в них. А где ты кого видишь? Я просто один не вижу, там, куда кидать. Ходит. Вот. Все. Уже не ходит? Лучше выбрось его. Ну, я с ним побегаю. Сейчас, мне нужно какое-нибудь второе оружие. Ладно, в топку я выкинул, короче. Ой, извини, братуха. Косовая. Это было случайно. Это реально было случайно. Так, надо патрончики пособирать немного. Я лучше, вот так-то лучше. Дробовикан возьму. Так, и теперь нам дальше вниз, похоже. Фиг его знает, наверное. Почему? Ты ползаешь, да? Да, я ползаю. Ползал. Там еще. Там еще? А, о, вижу. Тут тихо, еще укрытие, они укрытие, просто укрытие. Их много. Так, подожди. Не хочу разделяться, самая глупая идея вообще. Да, пожалуй, с тобой согласен. Слишком мы мало живем тут, чтобы разделяться. Так, о, нифига, на веревках сползают. Типа. Тут, кстати, прикольный карабин у меня под ногами валяется. Не знаю, брать, не брать.
Пока, наверное, не буду. А бочки, интересно, можно взорвать, нет? Нет, бочки не взрываются, к сожалению. Это печально. Ты такой просто бесстрашный тип, просто ходишь перед ними так. Потому что у меня снайпер теперь. Ай, кто по месту? Блин, меня повалили сзади, чувак. Осторожно. Ага. Нормально, я встану сам. Там еще сзади тип. Готов. Обходят сзади. Вот они точно обходить могут. А нам бесполезно обходить. Так, патроны. Блин, патроны, давай, патроны. Высуни свою голову. Пока справляешься, нормально просто, я патроны. Да, все нормально, все отлично вообще. Это радует. А где ты есть? Я тебя не вижу. О, у меня снайперка. Не вижу. Вот это точно снайперка с приближением. Нормально. Так, дальше ты куда? Сюда? Ну, здесь лучше калашик взять. Да, по-моему, не сюда. Знаю, не уверен. Похож сюда? Да, и там еще куча врагов. Давай сюда крыши. Надо пригнуться, и правда. Я пошел! На балконе! Давай! Ну, не знаю, может, кого-то и убило. На балконе? Где на балконе-то? Справа. Что? Да, я вижу одного. Не знаю, смогу упасть, не смогу, он как-то очень так... хорошо защищен. Это... Да, вроде. Давай пошел на балкон, короче. Сверху прикрою тебя. Пытаюсь прикрыть. У меня есть снайперка. У меня есть баллон. Блин, как-то косовато. Что-то они... Голова вылезает, все, на секундочку. Давай, подожди, я лег. Поспать. Ну, нормально, я встану сам. Блин. Окей. Откуда прям стреляют? Ни хера не понимаю. Я в укрытии, короче. Вижу одного. Слишком быстрый прицел. Вообще не попадаю, просто в упор. Во. Так-то лучше. Это было нормально вообще. Полуобойный, блин. Ага, отступают. Вон они снизу, чувак. Братуха-борцуха, давай. Да я пытаюсь выйти из своего укрытия, но что-то... Беги, короче, вперед, пока тут больше вроде как особо никого. Одни трупы. Да, вроде трупы. А как, чё они отступили-то, я не понял. Ну мы дали им отпор, типа не слабый, подожди меня. Я здесь, я просто выгляну. Тут снопа валяется, нужны патроны к снопе? А, и... нет, я уже ее потратил. Понятно. Ты зря туда так резко выглядел. Нормально, вилка я вот сделал. Вот это было круто вообще. Служу Советскому Союзу. Так, я в укрытие, в другое. А, блин, откуда по мне стреляют? Хотя, в принципе, понятно откуда. Со всех сторон. Довольно открытая местность. Там их слева просто до хрена вот около меня. Я лег поспать, но я сейчас встану. Отползу к тебе немного, наверное. Я выдвигаюсь. Я! Быстрее! Нафиг. Блин, сверху еще. Здесь, короче. Вообще офигеть. Причем здесь главное солдаты сами, что интересно, я нифига этого не понимаю. Этого юмора. Я просто пули ловлю только так своим брюхом. Только в путь. Пытаюсь слева прикрыть, но не уверен. Ну тут, кстати, снопа пригодилась, наверное. Судя по тому, что я говорю. Отойди правую сторону. Наш. Ага. Отлично. Держись ближе к стене. Обязательно. Я пошел наверх. Да, я попробую. Ой, жесть. Тут, а, сколько их тут? Просто какой-то колов-дюсер. Держись там. Угу. Чем он сказать? Я даже не смог подойти никуда. Я только поднялся на ступеньки. И на ступеньках стою, собственно. Потому что здесь просто трэш. Короче, ой, ко мне парень пришел, не-не-не-не-не-не-не, убей сверху парня, а я сейчас сделаю бонусом, так вот. Бонус-то слабый. Черт, оружие кончилось, прикинь. У меня просто кончилось оружие. Попытайся поднять что-нибудь. Да-да-да. Сейчас подниму, вон нормально все. Там сзади парниши. Сзади ты стоишь. Воу. Все нормально. Понял. Вроде как почище стало.
Вроде как да. Надо быстрее патрончики взять какие-нибудь. Мне тоже что-нибудь оставь, если будет. Вот здесь еще что-то есть. Нет, другая пушка. Ладно, нормально, в принципе. Да-да, самолет что-то сказал просто. Да, было дело, так куда идти? О, давай сюда. О, нормальное место. Давай. Отлично. Нечестная игра. Достиженька. Да, есть такое дело. Интересно, чем мы нечестно играли? То, что стреляли? Ты живой? Нет. Мне тоже. Видимо, я облажался. Давай просто выберемся из Шанхая. Долбанный Китай. Вот, блин. Кому я позвонил? Нормально. Кому я позвонил? Диалоги в игре, конечно, просто на 5 с плюсом выполнены. Офигенно. Просто класс. Очень меня радует. Вверх. Ты такой весь окровавленный сзади на спине. А у меня спереди все вообще в бинтах окровавленных. Как насчет самолета Глейзера? Мне плевать, как отсюда выбираться. Мне не нравится это место, честно тебе скажу. Нам нет причин оставаться вместе. Тут наверняка сейчас будет куча врагов. А мне нет причин оставаться здесь. Я все потерял. Ты где? Я здесь рядом. Ты сливаешься просто с серым асфальтом. Слушай, ну мне не нравится открытая местность. Самолет надо найти. Может, он в каком-то из ангаров? Да, скорее всего. Почему вокруг нас постоянно гибнут люди? Блин. У тебя хотя бы есть Женя. Она и слышит обо мне. Мы с ней не разговаривали с Венесуэлой. Последнее дело. Срубить попла. Завязать. Тогда бы она меня простила. Ну, конечно. Будь начеку. У нас почти получилось смыться, главное не облажаться. Так, я, наверное, пойду наверх, братух. Телефон... Ой, какого телефона? Глюки пошли. Самолет тут что-то нет. Но надо посмотреть другие ангары. Ну, я пошел, сверху пройду тогда, посмотрю. Давай-то я снизу. Так, тут улица, беги, пока чисто. И там следующий ангар. Много машин. В нем тоже много машин. Вот, тут люди. Ага, тут тоже. Так, один готов? Пока чисто, заходи. Нет, подожди, там слева один, да-да-да. Да елки-палки. Где, брат, там ангар, там до хера народу выбежало. Просто куча. Я в другой ангар убежал. А, жесть. Мне плохо. Я их попробую убить отсюда, сбоку. Что-то оружие у них-то не очень вообще. Угу. Только не... Не мощное, в общем, оно. Так, хорошо, вообще там не за машиной еще. Вообще. Надо что-нибудь попасть. Блин, не попасть отсюда. Вот так лучше. Готов. Так, что, братуха. Еще сзади зашли, что ли? Мне бы тебе спуститься как-то было бы неплохо, наверное. Сверху, конечно, здорово. Но фиг его знает. А, вот вижу спуск. Пойдем дальше продвигаться вот сюда. Вот иди ко мне, видишь меня? Сейчас, подожди. Тут люди просто, я не могу даже посмотреть. А, вижу. Странный парень, он в тянке. Меня просто убили. Бро, я умер. Я, похоже, не могу тебе с помощью. Половина времени, давай, ты, может, успеешь еще. Давай, беги. Отлично, вообще просто сорвало. А, да? Мне тоже неплохо. Я тебя только поднял, и сдох. Отлично, это было весело. Так, Дима, начинаем. Давай оба снизу пойдем. Давай, да. Конечно, крутая позиция, но... Да нет, дерьмо. Дерьмовая позиция, сейчас тебе скажу. Там я просто на ладони. Вот-вот. Вот они здесь пойдут сразу. Да, я знаю. Они странно бегают. Может, нам дальше побежать просто? Угу. И типа все будет хорошо, да? Нет, но может быть найдем позицию получше. Есть. Так, слева. Двери было народ. Да блин, бессмертный человек. Или это оружие такое? Это такое стрёмное оружие. Мне приходится. Черт. Так это их не берет, надо взять что-нибудь. Офигеть, конечно, другое вообще. Просто они куда-то все бегут там на улицу сбоку. Я думаю, как бы они сейчас нам сзади не зашли в спину. Вот так? Не, вроде нет. Не знаю о чем-то, ну да, вот так. Ну кто-то забежал, в общем. А. Хорошо. О, там столько еще. Офигеть. Трэш. Лучше не высовывайся, короче, пока. Я не думал даже. Так. Фига, поднимается один. Так, там еще один есть. Еще один, так. Блин, я перезаряжаюсь.
просто размозжило. Еще одного. Слушай, там цистерна, кстати, там с тобой, которая ты стоишь, она течет. Мне кажется, что это бензин. Если по ней выстрелить, будет очень плохо. Поэтому отошел бы ты в другую сторону куда-нибудь. Лучше. Тут довольно много. Чувствую я, что нам дальше надо пробираться как-то. С прикрытой пикселями трупа. Слушай, подожди, дай-ка я сменю оружие, попробую. Что это такое за пушка? А, тоже что-то добавил. Звуки какие-то странные. Но зато здесь довольно-таки тихо. Звуки теперь странные. Так, ну давай пойдем вперед, искать долбанный самолет. Она, по-моему, направо, в следующий ангарот, сюда вот. Играли. Давай, пойдем. Пулеметчик. А, понял тебя. Угу, увидел. Он нифига не клевый парень. Что-то. Ах ты, блин, офигеть. Я чувствую себя очень окровавленным парнем. Я тоже. Хорошо, все, прикрой меня, я пошел к пулеметчикам. Я аккуратно. Хотя бы одного сниму из них. Давай, давай, давай. Один готов, пулеметчик. Пошел к второму. Ага, пошел. Немного не дошел. Все. Довольно много людей. Я умираю. О, я пытаюсь поднять тебя, но это бесполезно. Рядом с тобой был парнишка. Да-да-да, он меня и убил. Я бежал на пулеметчика просто и совершенно не глядел налево. Ну ладно, главное, что чекпоинт у нас тут же. Смерть. 7:58 утра. Да-да-да, нормально. Там время показывается не зря. Угу. Тут канистра у меня есть. Попробую. Хорошо. Нет, слишком близко. Ты не ушибся? Я не, вообще тут, в принципе, еще пока из ангара-то не вышел, как-то. Потому что я немножко ушибся. Ага, я немножко полежу, пока отдохну, поползаю чуть-чуть. Ну ты можешь. Оружие пока перезаряжу, да-да-да, могу, не переживай. Просто пока не тороплюсь это делать. Вот, а парня завалил. Пулеметчики лютые. Кому-то в руку попал. Что-то напоминает морской бой, просто я стреляю наугад. Потому что слишком мало. Убрал пулеметчика, отлично. Как-то голова вылезет и все. А дальше попадешь, не попадешь. Угу. Блин, там хрена очень много. Офигеть, там их столько вообще, просто тьма. Главное, что они сбоку не зашли. Они, по-моему, не мог. Я устал. Блин, у меня патроны кончаются, это плохо очень. Просто такой диалог не кончается даже здесь, но он состоит из буквально пару слов ни о чем, ни о чем. Угу. Где и патронов, бро, бразер, мне нужны тут патроны. Много патронов, да бери, бери. Тут... А, так тут еще и много всё живых людей, которые по тебе стреляют. Людей, да, много. Так, хорошо. Вроде понабрал чуть-чуть. Ау! Хватит меня стрелять, люди. Во, пулемет возьму себе. Вот так-то. Пулемет там есть, да? Угу. Да ладно. Ох, он офигеть. Он сытный. Теперь ты отец этого заведения. Нормально. Можем двигаться. Успеем куда? Давай. Сюда, что ли? Это наш билет отсюда. Возможно, да. А может быть сюда? С железной дорогой? Подожди, посмотри уже. Да, с моей стороны задница. Не, иди сюда, ко мне. Здесь не пройти. Иди сюда, тут есть проход. Иду. А, черт! Раны открылись. Да, если вы не помните, дорогие друзья, наши герои полностью исполосованы ножами, в принципе, были. Ты бегали голыми в предыдущих сериях. Да, если я раньше не сдох. Во. Так, прыгаем на сторону. Я не вижу поездов. Да. Должен быть отходящий поезд. Так, чувствую, нам сейчас придется отбиваться, короче, опять. Пока поезд не приедет. Вертушка? Нет, нам. Какое здание? Туда, вот. Давай вот в это здание. Как думаешь, на вертушке нас не видели? Попробуем видели. Сюда залезть. Надо быть осторожнее. Так, ну я буду очень осторожен с пулеметом со своим. Заходим без шума и пыли. Без шума и пыли. Я даже в приседе. Давай пробуем, да, в приседе. Блин! Назад!
Невезуха. Вот, блин, тут работник метро. Это никогда не кончится! Пулемет просто решает вопрос. Ёлы-палы, да отстань от меня, чувак. Ты что, издеваешься? Вот это силищ. Все, все окей. Вроде как никого. О, ты сломал поезд. Да, немножко. Самую малость. Эти не отходят вагончики? Случайно. Да нет, ты че? Курить нельзя, смотри, что тут опасное. Ладно, не буду курить, хорошо. Говорил. Вот что опасно, врагов куча. Блин, я ничего не вижу. Как прицель? Слушай, оставь мне парочку. Слушай, у нас сегодня пулемет лупит, конечно, очень круто, но, блин, у него отдача просто дикая и разброс колоссальный. Так что половина твоих будет сейчас. Пока я одного убью, там уже, блин, 25 человек меня еще покоцают. Ау! А, сзади! Что ты? А-а-а! Все понятно. Я пытался, честно пытался. Ладно, мы тут рядом совсем. Угу, буквально за углом. Так, сейчас попрут справа. Они вот здесь тоже зашли. Сукины дети! Вот то, что я и думаю. Я пытаюсь их обойти. Давай. Я просто огонь на подавление делаю. Ага. На подавление их жизни. Ты обошел. Я обошел. Все окей. Только уже никого не осталось. Да нет, тут есть кто-то. А, хорошо. Где-то. Где они только? Ау. Ага, сверху. Все. Видишь, падает? Нифига, да, прикольно. Это был снайпер. Ну не знаю, кто-то такой, кто мне. О, о-о-о. Еще неприятные люди. Угу. Там баллон. Отлично. О! Это дело, конечно. Один патрон. У меня тоже немного уже осталось. Скоро выкинем. А у тебя второе уже есть? Да, дробовик. Ну, блин, как да, ты боже, встаешь-то, ёлки-палки. Офигеть. Да, они, кстати, многие валяются, типа мёртвые, а потом в итоге встают. Все, у меня осталось 6 патронов, придется мне взять какую-нибудь пушечку. Вот я дробовик нашел. Нам отсюда не выбраться! Так, я тогда калаш возьму. Их слишком много! С 5 патронов, да, замечательно. Да, нет, я специально взял, ты не бери мой калаш. А, все, я понял, нормально вот всё. Плохой. Я тоже нашел тоже кое-что. У-у-у. Привет, ребятки. Че там у тебя весело? Да. Тут пришли пару друзей моих. Угу, вижу. На чай. Они легли. Так, вот дверь. Вот это вот слева. Давай откроем ее сразу нафиг и все выходим. Давай. Пока кто еще не пришел в гости. Где тише? Тише идти, а. Пулеметные очереди. Да нет, нормально. Это не громко. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Черт. Мне придется где-то сныкаться. Мне тоже придется. Иначе я упаду просто. Полпанные козлы! Пулемет. Угу. Попробую, конечно. Но мне прицелиться не дают даже. Мне моя голова мешает. Нормально. Все, вроде убил его. Угу. Я пошел. Сверху еще парень. Да-да-да, видел его. Готов. Отлично. Это было просто отлично, потому что я уже прилег даже полежать. Надо, да? Нормально. Надо патрончики взять какие-нибудь. Да, да. Вот, вот пулемет, кстати, есть. Хочешь, возьми. Да, он попробуй. Решает. Фига, 273 патрона. Вот-вот. Там, походу, вот тогда вот. Они, а, о, сядьтесь на машина. Поезд. Машина! Эй, как туда прошел? Подожди. Садитесь на поезд. Поезд уходит. Понял. Прорываемся. Давай пулеметом просто мочи. Хардкору. И бежим, бежим к поезду. Мы не побежим. Чёрт, патроны. Я очень сильно... Вот сюда давай. Угу, нормально. Я и добежал, меня телепортировал. Так, ну что, у нас получилось? Свалили. Это было, кстати, очень жестко на самом деле. Столько военных, офигеть. У меня звуки игры как-то слишком громкие, не знаю почему. Вроде настраивал. Упс. Ой. Да.
Мы снова в плену, замечательно. Что-то здесь озвучка не прокатила, да? Нет, по-английски говори, придурок. Они на английском сейчас говорят, поэтому. Нет, да пошел ты, ни за что, тварь. Да, что-то явно нехорошее у наших героев, короче, сейчас будет. Мало того, что мы изрезаны. Очень. Жестоко. Да, видишь, они по-китайски общаются, поэтому не перевывают. Просто ушел. И второго туда же. Вот это я понимаю. Нормально. Так. Продолжаем полет. Будешь страдать хренью, нажму на курок. У нас бесконечные пулеметы. Не знаю. Такая гномка сейчас поставит. Нормально, не переживай, давай. Что происходит? Твою мать, я понял. Офигеть, вот это реально громко. Да, просто мы помолчим, наверное. Да, я просто молча буду стрелять, очень громко вообще. Вообще трэш какой-то. Не знаю путя, но я сейчас с ума сойду от громкости. Вот. Трэш. Так, давай второй заход. О, ракета полетела, видел? Да, видел. Так, я снял его. Офигеть. Просто мочим всех, вообще не без разбора. Офисные работники, зря вы сегодня остались. Нас всех точно. Вот. Говорят, что работа убивает. Коня. Да, ребята. Работы кони дохнут. Блин, огорели тебя, вообще не слышу совершенно. Я говорю, от работы кони дохнут. Вот, да, согласен. Блин, реально трэш. Ну, кстати, прикольно на самом деле. Атмосферно сделано, все равно, согласись, такой шум вертолета, шум пулемета, в принципе, это же должно быть громко, по сути. Так что тут все верно. Да, согласен с тобой. Так, мне кажется, сейчас будет третий заход. Да. Погнали. Что-то? А, я понял, а почему так? Как так вышло-то? Слишком долго стоял, стрелял в него. Надо укрываться вовремя. Ну так ты укрывайся. Слишком много на мозги действий. Нет, я тебя не слышу. Ой, да, опасно. Чуть-чуть выглядывай, по чуть-чуть. Угу. Пытался попасть на два. Ты понял? Да, я понял тебя, почти. Короче, у него меньше половины жизни. Он уже красный, давай. Блин, офигенно сделано. Давай! На лице спрячься. Нормально. Так, подожди, я пока отдыхаю. Готов. Yeah. О, да. Это было жестоко. Офигенно. Держи ровнее. Наш пилот, похоже, наркоман составил. Ну, потому что он не наш, в принципе, он китаец, взятый в плен нами. Но он же боится получить пулю в затылок. Ну, я думаю, что надо да. Надо вести нормально тогда. Так, еще что-ли будет заход? Да, еще продолжаем. Твою мать, что случилось? Вы погибли. Окей. Жестко. Надеюсь, после вертушки, отлично. Мы уже вынесли.
Ну а погнали, давай еще разочек. Так, это получилось так плохо сейчас. Вот и все. Надеюсь, нас не заставят платить за стекла. Вообще идут. Офигеть. Просто валим все, что движется. Полицейские. Вот поэтому не хочу быть копом. Именно поэтому. Еще вертушка. Твою ж дивизию. Укрывайся. Тебе больно мне. Теперь я укрываюсь. Блин. Только не умирай. Я только вылез. Да только выстрел сделан и сразу сдох. Не, если красный, наверное, лучше осиживайся. Да не, да не красный, понимаешь? Я... Просто я только вылезаю, сразу потом мне в голову. Вот он делает перерывы между выстрелами. Да-да-да, есть такое дело. Так, мне плохо, подожди, я в укрытии пока. Готово. Я чуть не умер. У меня все красное было. Мы горим. Наша консервная банка горит. Офигеть. Твою мать, что творится? Камера поралась абсолютно. О, срать! Меня подташнивает. А, жесть. Фу. Что у нас там по времени? Завершение. Ну да, я именно это и хотел сказать. А, ну замечательно. Это просто наш девиз. Угу. Кажется, да. Двигаться можешь? Видимо, нет. Это важно. Видимо, не может. Там еще скекшн начнется, как думаешь? Надеюсь, что сначала можно нет. Можно будет слегка слегонца отсидеться. Не знаю. У меня до сих пор уши болят от такой громкости дикой. Не знаю, как это будет смотреться на видео. Надеюсь, что нормально. Это было дико громко. Ну, прикольно, на самом деле, столько эпика в одной серии, блин, давно никак такого не было, на самом деле. Согласен. Просто какое-то колоссальное количество экшена, выпущенные гильз и так далее. Вроде ты жив. Угу. Но мне очень херово, судя по всему. Есть, надеюсь, что я хожу. Да вроде ты. А не очередной китаец, который хочет нас убить. Раз такой же забинтованный, значит ты. Так, ну что ж, замечательно. Давай прям прощаемся на этом. Прощаемся, да. Спасибо большое за просмотр, друзья. Не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх, ну и, конечно же, комментировать видео. Да. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.